імпровізація. Пісні звучать по національному радіо. Автор статті на педагогічні теми. Називається «Наш концерт Баньяна Шоколадний». Встречаємо. Добрый вечер, товарищи, добрый день, точнее. Я рад, что сегодня такая классная погода. Погода нас радует, а стало быть, полет нормальный. Ну, с чего хочу начать? По традиции хочу все-таки немножечко уважить наставников. 10 марта 26 года, 1906 года, родился известный композитор Александр Сергеевич Зацепин. Автор огромного количества музыки для кино и не только. Вот. И я по этому случаю сделал такой попури, называется «Зацеплен». Здесь гармонично сцеплены. Зацеплен и Лед Зеппелин. Благодаря их музыке душой не ослепли мы. С их музыкой рождались мы и с ней росли и крепли мы. Thank you.
знали все темы, и зацеплены, и зацеплены. А сейчас будет сюрприз. Дамы и господа, я надеюсь, что я после этого сюрприза останусь живых. Сюрприз для человека, который 100% находится в этом зале, он об этом не подозревает. Ну, так скажем, если автор будет возражать, я больше этого исполнять не буду. Вот так. Ну, а дальше я это назвал VMS Art. Thank you.
Спасибо. Круто. Вот так они жили. Третья композиция, она посвящается третьему дню замечательного месяца мая. Опять сюрприз. Нам нужно немножко реверку и к чаю сахарку. Баян май! Thank you.
Thank you.
одной гармошки. Украинский блюз. Традиционно украинский блюз. Музыка, оригинальная музыка Владимира Конощенко, слова. Типа версия моя. Типа. Thank you.
Сейчас будет еще одна украинская песня, новая. Называется «Поплюжная». Thank you.
Водоклассники. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Песня опять про любовь, о любви, разбитом сердце. Тоже Карден Кевин на баяне, значит. Называется «Черная луна». Вспоминая всегда.